Помянул мамочку и папочку, 3 месяца прошло и 10 дней. Ничего здесь не изменилось. Вечная память, земля пухом и Царство Небесное. Родные, любимые, дорогие. В сердцах и в памяти навсегда вы будете. И это дерево, договорился насчет этого дерева, через 2 недели будем пилить. Вот, думал сегодня так, ну, тут есть специальные работники с пилами и вилами, как говорится, и все сделают. Все, быстро сейчас, да, ну, жизнь наша такова, да, вчера хоккей, театр, спорт, так что это, я думаю, ничего страшного. Надо помнить, дорожить своими близкими, родными. Тут спокойно, тихо, кладбище закрытое, на велосипеде быстро можно забраться, то есть вот так. Ну, прямой дорога теперь на Вишенское озеро, на рыбалку. Орешка готов, время обеденное, ну, на пару часиков, если холодный ветер нас не сдует там. Да, помянул, вот так. Да, все получилось в нашей истории, конечно. Не думал, что так быстро, резко, но предполагал, примерно, вы помните, я говорил, что все может случиться резко, такой возраст, я уже это видел, где-то пытался предчувствовать, предугадать, но это все очень сложно. К этому приготовиться, как я говорил, сложно, невозможно, оно случается всегда внезапно, резко. 86 лет папуле и мамуле 58 было тогда. Ушли. Тут дорога чуть такая, а дальше будет асфальт, и мы там уже с горки быстро полетим. Сложно, очень тяжело это все. Сейчас также это процесс такой, я думаю, времени. Все-таки вещи папы. Ну и все остальное напоминает, конечно, жизнь нашу, благодаря родителям, конечно, нашим. Все мы имеем, имели и будем иметь еще длительное время, на муле, по пуле. Все осталось нам. Так что посмотрим, как оно, что будет. Жизнь такова сейчас. Что... Попробуй вот пережить еще, да, дожить до 60-70 возраста. Так что... Так, ну тут заезжать можно, я не знаю, пусть уже проедет. Все, как раз тут обычно никто никогда не едет. Сегодня у нас вторник, выбрал такой солнечный день, потому что уже начинаются холода. Ну и как сказали мне работники, что дерево лучше осенью это убирать, пилить. Ну, им на дрова будет, ну и работа. Вот так прошло, да, уже 3 месяца. Вот так время идет. Конечно, продолжаю дело папы, также это спорт. Подкормка зверюшек также, ну и все остальное. В общем, еще, конечно, хотелось бы мне выступить за Винницу, за Украину, по легкой атлетике. Папа активно выезжал за кордон, начиная с 2011 года, Италия, Испания. Участвовал так, хотелось бы, даже чисто символически, дань памяти в честь папули. За свой рахунок, папа, все, ну тогда полегче возможности, были попроще, с границами, ни вирусов, ничего не было. Вот, да и цена вроде как была чуть, ну ладно, это уже посмотрим, как в проекте. И тут бы за Винницу где-то в чемпионате Украины, я согласен, это сейчас зимний период уже, правда, будет в манеже, возможно, кубок, хотя тоже все под вопросом. Так, тут асфальт, поехали. Еще раз, да, нашим родителям, ну и кто оставил этот мир, свет, вечная память, так. Уже много друзей, даже и одноклассники есть, которые ушли. То есть так оно все, да, кто-то раньше, кто-то позже, но все будем там, и да. Приближаемся с возрастом к этому. Ну и, конечно, то, что мы голыми приходим и голыми уходим, это тоже есть такое. Причем я это все видел, все на глазах это прочувствовал. Эти все моменты воспоминания ужасные. Особенно это утро, когда доктор
звонит в 7 утра и говорит: на жаль, Андрей Анатольевич, батька не стало, и это в госпитале. А там моменты неприятные, когда в общем зале много людей, доктор диктует, прямо на коленках там пишешь. Вот это тоже кто-то спрашивает, подходит, кто-то не спрашивает, смотрит, слушает. И в голове каша-малаша, такое все внутри, это утро. Специального кабинета нет, что ли так. Я он так диктует, там целый писать надо много там. И, в общем, все это пишешь, подписываешь, подписываешь. А и в морге был, в общем, все везде, где все проверил, посмотрел, все организовал этот процесс быстро похоронный. Ну и важно, да, чеки, бумаги. Все, 3 пенсии положено еще через прозоры. Офис это все решается. Ну, кто будет заниматься с этим, столкнется. Пока все помню. Работает, обращайтесь, подскажу, расскажу. Ну, с похоронного бюро важливо взять, что поховання прошло за власні кошти, за собственные, за личные кошти. Вот эта бумага важная должна быть. Они, если не выдадут, ну, вот надо им говорить. Вот это почему-то они сначала не говорили, потом я переспрашивал, они: о, да, это да, конечно, такие что-то, для чего это, почему так, почему сами. В общем, все это я взял, сделал. Это, конечно, процесс очень, ну, важный, но такой неприятный, и это все надо. Вас будут посылать потом опять, возможно, за этой бумагой. Такое, в общем, так. Мы, ну, я решил все-таки, да, включил, да, проедем, чисто, порядок, да. Это места на, ну, что ты поделаешь, на... никуда от этого не денешься, да. Поэтому вчера так, сегодня так, все-таки все вокруг меня, да. Проект длиной в жизнь. Вот так жизнь и идет, вот так наша жизнь. А тут уже с горочки. Я уже перчатку одел, да. Ветерок, шапку не стал еще. Хотя, может быть, и одену сейчас шапку. Тут сейчас. А тут с горочки будет красиво. Хорошо. Так что через 2 недели опять сюда. Я так и думал. Оно быстро не решается. Работников тут мало, но они есть хорошо. И вопросы все можно решить. Вот тут бюро у них все, как и было раньше. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Так. Ну и здесь, короче, тут с тротуаром. Тут решили бы просто. С этой стороны-то нет, но пенсионеры все равно будут, конечно, там, где удобно идти. Так, я уже думаю про шапку. Сейчас. Как задует. Так что вот так все это надо, нужно, необходимо. Ну и памятник уже, возможно, на следующий год, пусть через год так земля подсядет. Все понятно. В общем, памятник. Кладбище, да, уже закрыто. А по правилам, до захоронения, через 20 лет. Очень вот хорошо, что опять же все бумаги есть. Свидетельство о смерти, на каком кладбище вот мамы осталось. И все благодаря и бумагам, и было место, и это все мы сделали. Конечно, я благодарю друзей: Герасимишин Виктор Петрович, Максим, Санков Жора, ВВС, летописец. Фима, которые были, помянули и помогли вам, какими-то вопросы были, конечно, где поминки, где это все. Быстро, за день, не затягивая, так мне и говорили, что это надо все. Случилось в пятницу ночью, в четверг я еще папу видел, 29-го, 30-го, как сказал доктор, в 3 часа ночи. Еще пытались папу восстановить, но уже было сложно. И
пятницу я уже утром, в 7 утра, все там писал, подписывал. Все вопросы в пятницу решил, и в субботу уже были похороны 1 числа. В субботу 1 числа уже на 10, и похороны, и поминки, все до обеда. Уже и обед был, все, и поминание, все было. Так что, как еще так без сучка, как говорится, задуманки, это все было. Все, транспорт, и все работало, все было, все есть, это дома. Почти без нервов. Только вот с этой бумажкой надо было говорить. Когда ты в таких чувствах, какие-то, ты же не думаешь про бумаги, печати там, а это все, когда еще один особенно, это... Надо все. Ну я-то не один, вокруг друзья-товарищи, поэтому хорошо, что. Самкову жори я сразу. Это... Хорошо, что есть такие люди, которые знают, это следят, смотрят и понимают, как это все происходит. Так, хорошо. Вот такой день получился сегодня. Получается. Ну, я развеюсь, конечно, рыбалкой. Вот сейчас жарко, а подует ветер. Вот, пятерка ходит, как и раньше. Не, раньше, может, не, не, или пятерка. В общем, транспорт ходит, вот такой автобус. Есть расписание также. Как правило, заполнено. Ну, дома частные. Ивана Багуна. В улице. Потому что здесь такой частный сектор. Проеду через парк, уже в Ледовый. Не буду заходить, достаточно его. На пятницу планируется 13 число, Кременчук, Берсерки. Хочется уже назвать Винницкие Берсерки. Правильно, Харьковские. Но уже вторая игра Винницы, первая игра прошла отлично, сюжеты есть интересные, посмотрите, пожалуйста. Я снимал лично онлайн трансляции, планирую посетить тоже, все планирую. Так что показать, поделиться всем. Я думаю, есть интерес, вижу просмотры, лайки тоже, комментарии. Вот тут на ту диспансер дорога. Так, а еще и Нива 11 числа, вот тоже посмотрю на Ниву, если не сильно будет холодно, с чайкой, чайка. Футбол, хоккей, смешались, да, у нас осенью. Ну, так и должно быть, что... без перерыва, что ж нам правильно. Так что интересно. Нива выигрывает, проигрывает. Как первый круг, первые туры. Так, тут, наверное, тоже пешком придется. Ага. Поподниматься нам капельку. Хорошо. Самокатчики везде. Вот им сейчас тут. Кстати, тут им удобно, хорошо. Дорожки для них тут маленькие. Но они неровные. Все дороги вот такие в основном. Бугристые, все равно прыгают, приходится прыгать. Так. Ну и в парке еще посмотрим, что и как жить. Наверное, фонтан уже будут тушить. Температура достигает почти до нуля ночью. Уже доходит. Поэтому будем посмотреть. Стройка идет, это что-то строит. Так, попробую проехать, так? Опа. И помаслать.
надо. Сборочки было чуть-чуть. Ну ничего, велосипед. Нормальная тема. Сел и погнал. Надо крутить. Крутить педали треба. Долго уже прохладно. Отопление, говорят, 3 дня ниже 8 градусов будет. Тогда включат. Пока октябрь. Обычно в 15-х числах, как я помню. Но бывает позже, бывает раньше. Октября, да? Или я уже путаю. Октября, наверное, да. Или ноября. Отопительная батарея есть. Инвектор, конвекторный, производство Винница, которое я приобрел еще с папой год назад. Еще не открывал, не распечатывал. Я его закрутил полиэтиленом. Возможно, иногда на часик буду включать. Хорошо греет, обогревает. Маленькую комнату быстрее, так что мне будет полегче. Так, хорошо мы сегодня позанимались. Много всего сделали. Хорошего дела. Как-то так, кстати. Кто что-то строится? Ого, строится. Нормально строится, родные мои. Ого-го, вот так вот вам. На 1000. На 1000 людей дома. Кто-то покупает, да? Бывает, удивляюсь, там шкуринцы мы смотрели. Столько всего строится. Просто жесть.